Добрый вечер. А мы лавашки делаем. Как всегда. Да, Саш? Да. Это мой? А? Это мой? Да, это твой. Купили такой соус сырный. Кстати, Саша захотел вот такой перец положить. Мы как-то делали. Вот он лежит. Уже болгарский. Давно. Ну, да, давно. И он получается сочный. Вкусный, а этот перец очень вкусный, поэтому будет вкусно будет. Ждем вас за нашим столом. Да, Люда? Ждем, конечно. Будем ужинать. Ребята, добрый вечер. Ты рано начал. Не рано, нормально. У нас сегодня застолье, так сказать, ужин. На ужин у нас что, Людмила, говори? Лаваши, наши лаваши, вот такие вот. Чтобы не упало, Саша. Да, я тоже придержу. Может, сфотографируется оно? Не сфотографируется. Вот такие вот лаваши. Блин, а было бы прикольно, конечно, так сфоткаться. Ну да. Пахнет. У меня еще горячий, потому что у меня по последней жарился. Давай, что там, наливай что-нибудь. Что у нас сегодня из-за пивона? Давай, я буду томат. Сегодня у нас томатный сок. Вот такой вот. Все увидели. С солью. Что все увидели? Все увидели. Томатный сок. Не, серьезно. А? Что увидели? Томатный сок. Я не понял. Боже, стаканы. Ой, как пахнет. Томатный сок. Очень пахнет. Стаканы горячие. Зачем ты прям так? Потому что я вымываю, чтобы было идеально. Короче, ребят, мне кажется, я заболеваю. У меня очень начало болеть горло. Это только кажется. Ну, дай бог, чтобы завтра было нормально. Оп. Это Люда. Бармена заказывали. А я себе взял, ребята, я себе взял на пробу вот такой вот швепс. Но это не обычный швепс. Я швепс не... А вы любите швепс? Я вообще швепс не люблю. Он мне вообще не нравится. Он ей вот. Он же на лимоне, да? Он на грейпфруте. Ну вообще. А, грейпфрут. Поэтому он такой. Да. И это я такой еще не пробовал. Называется швепс мохито. Ну, грейпфрут я люблю. А вот швепс мне нравится. А вообще, я искал сегодня сок не такой, не томатный. Я овощной, искал, да? Овощной, да. Очень вкусный овощной. В Украине мы покупали Сандора овощной. Там такой классный сок. А мы как-то тут купили в России, и прям свеклой воняло. Вот свекла. И цвет свеклы. Да, а там именно все нотки овощей. У нас сегодня, видите, какой стол. Ой, красивый, боже, виноград. Быстрейше, если хочется. Такой у нас... Натюрморт, ну понюхай. Да, неплохо. Пахнет неплохо. Господи, ты сейчас будешь нюхать. Ну, понюхал. Много наливать не буду. Думаю, этого достаточно. А можно я попробую? Я понимаю, что попробую. Ты вымыл стаканчик, но я свои губки оставлю. Ага, своим горлом больным будешь пробовать. Ну ничего, ты по-любому заболеешь. Ладно, пробуй уже. О, а это мне нравится, ребят. Да? Оно не такое, как бы. Серьезно? Угу. Оно мягче. Ну, мохито, ну, мохито, да? Пахнет мохито. А ну дайте попробую. Может, ей не понравится? Ну, мохито. Угу. Швепс с мохито, такое ладно, интересное короче. Сочетание. Попробуйте, возьмите, кто от нее попробовать хочет. Ну, швепс мохито. Очень короче, так. Я делала, как вы видели в начале видео, с перцем. Он добавляет сочность, перец сам по себе свекровь закрыла, ну просто, это отвал башки, очень вкусный перец, поэтому Саша заказал просто с перцем. Попробовать захотел, а ну пробуй. Ну, у меня вначале тут пустовато. Так, вот мой лаваш. Mm. Вот такой вот. Ну, вкусно, да. Такой лавашик, зажаренный. Мы вообще хотели отварить пельмени сегодня. Не, ну чё, да это Никита начал, пельмени хочу, ему подавать утро, в обед еще. Ребята, еще сыр? Я еще до сыра не дошел. Наше любимое блюдо. Не латается даже больно хоть. Я очень рад, еще с моего стакана туда. Ну ты в любом случае, если я заболею, то и ты заболеешь. Это у тебя иммунитет вообще. Он все лето пропил холодную воду прям с холодильника. Лед постоянно добавлял и хоть бы шел. Не, ну. Ты сейчас хватишь, бля, хомуха. Это точно.
Не дай Боже, заболеет, это ж 100% будет говорить, что я вообще заболела. Потому что не надо быть вороной. Ты валишь меня, а потом у меня горло начинает болеть. Я наоборот говорю, у тебя иммунитет крепкий, а у меня вообще, что-то. Ну ладно. А вообще мы с Людой договорились быть на позитиве. Позитивные мысли, позитивное мышление. Чем лучше ты позитивно мыслишь, тем все у тебя намного лучше, чем обычно. Негативно можно всегда мыслить. Всегда сплошной негатив. А вот позитивно надо попробовать. Что я тебе предлагал сегодня. А потому что что? Что тут не хватает томатному соку? Ничего. Как там делается кровавая Мэри? Могу попробовать. Я пила. Заражусь еще. У меня, кстати, только одна сосисочка. Ну, мне достаточно. Я не сильно голодная. У меня тоже только одна сосисочка. Вот сижу, да? Рукой вытираюсь. Господи. Так возьми салфетку. Салфетка я не положила, да? И вытираюсь как будто... Сервировка. Очень вкусно. Смотрите, ребята. Это болгарский консервированный перец. Я перец не резала, он там порезан так. Балдёж. Не знаю, многие называют эти такие видео мукбунг, мукбанг, как мы с Людой смеемся, ноутбук. Но у нас просто ужин. Это ужин. Реально, ребята, если хотите попробовать от Швепс, покупайте. Сейчас... В магните скидка, он стоит 130 рублей, сейчас по 74 рубля. И классический, и такой вот мохито. Балдёж, мне очень нравится. Да. Хочу на завтра полно. На завтра, ну, я думаю, может завтра вообще наварить обед. Потом пойдем на улицу, в магазин. Мы детям обещали игрушки. Радугу вот такую, знаете, как была? Она и радугу хочет, и вот это... Набор инструментов. Инструментов. Говорит, в садике там инструменты, купите мне тоже инструментов, я хочу как в садике. Мы приходим, забираем Милану, воспитательница говорит. Она сидит в инструментах, ковыряется, там что-то папа на дочка. Ну, если бы она знала, что папа вообще не любит инструменты. Вообще. Это она так сказала? Папина да, дочка? Да, папина дочка. То, что в инструментах ковыряется. Она не папина дочка, она дедушкина дочка. Ой, внучка. Еще. Внучка? Внучка. Дедушкина внучка. А, дедушкина. Еще, ребята, освежусь. Чуть-чуть буквально. Ну, конечно, его надо было немного охладить, потому что тепленький. А тепленький не айс. Ну давай отсокнемся, а то мы даже не цокнулись. Ну давай. Ребят, за вас и за нас. Будьте здоровы. Швепс, томатный сок. Хорошо. Вот такой ужин. А что? Завтра первое поедим. А сегодня вообще ешьте что хотите. Живите как хотите. Живите в свое удовольствие. Позитивно мыслите. И все будет круто. То есть поняли, да? Да, Саша? Теорию. Какой? Ешьте как что хотите, да. Живите как хотите. Да. Сегодня мы есть, завтра нас может не быть. То есть кайфуйте. Ешьте, что хотите. Кайфуйте! Как Лепузова говорила. То есть ты имеешь в виду, что кушать надо, да? И от этого кайфовать. Нет. Не ограничивать себя просто. Захотели войти лаваши вечером. Ой, вечером никто не ест такое жареное, поджаренное. Все можно есть. Ешьте. Я разрешаю. Так, ну что, ребят, вот мы... Мы доедим сейчас. Покушали. Очень вкусно, Люда, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорых встреч. Пока.